Новые снежные трассы для любителя горных лыж и сноуборда. В Романтике открылся горнолыжный сезон и уже запустили два склона. За минувшие выходные Архыз посетили порядка 4000 человек. Для гостей и жителей нашего региона работают 27 километров трасс и 8 канатных дорог, в том числе новая зона на Лунной Поляне для начинающих. Насколько курорт готов принять рекордное количество туристов, подробнее расскажет Алихан Лепшоков. Горнолыжный сезон в Архызе официально открыт. Сейчас для любителей горных лыж и сноубординга функционируют три трассы с протяженностью почти 9 километров. Запустили два склона. Это склон северный и южный. На склоне северный уже с самого утра многолюдно, так как каждый ждал открытия трасс, чтобы прокатиться и получить удовольствие от горного воздуха и комфортных спусков. Поднимаемся на высоту вместе с главой курортов Северного Кавказа Хасаном Тимижевым. Он лично решил прокатиться на горных лыжах и осмотреть готовность трасс к новому горнолыжному сезону. Погода не позволила нам, как в прошлом году, еще недели ранее запустить сезон, но мы сегодня, все, которые к нам в гости приедут, ничуть не пожалеют по качеству снега, по качеству горнолыжных трасс, которые мы подготовили. И я думаю, все любители горных лыж порадуются тому, что впервые в этом сезоне у нас сразу с самого начала сезона запускается северный склон. Это будет основным у нас сегодня преимуществом горнолыжных склонов Архыза. Лыжники быстрыми темпами направляются вниз, ловко скользя по склону. Стоит отметить, что трассы хорошо подготовлены и ждут любителей горнолыжного спорта. Я вот сейчас буду говорить не как руководитель этой компании, а как горнолыжник и любитель горнолыжного катания. Я вам скажу, что трассы идеально подготовлены. И даже самый-самый избалованный турист, который привык к европейским горнолыжным трассам, сегодня получит массу удовольствия. Эти трассы подготовлены ничуть не хуже, а может быть даже где-то и лучше. «Романтик» готов к новому сезону с учетом соблюдения всех требований эпидемиологической безопасности. Это позволит не допустить распространения коронавирусной инфекции. В самих сервисных центрах проводится тщательная регулярная санобработка и соблюдается масочный режим. С целью безопасного пребывания на территории в плане заболеваемости ковидом по поручению главы Карачай-Черкесской республики Рашида Борисовича Темрезова особое внимание уделяется заселению, работы предпринимателей на территории, допустим, заселение в средства размещения происходит только при наличии QR-кода о вакцинировании либо о перенесенном заболевании. И также отрицательный ПЦР-тест в течение 72 часов. Мы так давно ждали открытия нового горнолыжного сезона, и Архыз является тем местом, куда нам хочется возвращаться вновь и вновь, отмечают гости нашей республики. Сегодня приехал у нас супер открытие Архыза. Трасса великолепная, погода сегодня просто шикарная, солнечная. Чуть трасса ледяная, но сейчас ее подотпустит, и катание будет вообще супер просто. Так что спасибо большое Архызу. Самое приятное, самое лучшее, самое высшее. Первый спуск в этом году. Незабываемые впечатления. Мы очень рады, потому что долго ждали. Сезон в этом году чуть запозднился. И очень хочется кататься. Очень. На курорте открыты сервис-центры, где работают пункты проката горнолыжного снаряжения. И созданы все условия для комфортного отдыха. Алихан Лепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Романтик, Архыз.